You're the exile. The darkness of night falls around my soul, and the hunter within loses control. Gotta let it out, gotta let it out, gotta let it out, gotta let it out. This demon inside has a hold of me, clutching its power, trying to break free. Gotta let it out, gotta let it out, gotta let it out, gotta let it out. И всем привет, друзьям и пацанам Ютуба, у микрофона Максимус. И в сегодняшнем видеоролике мы обсудим вместе с вами новую версию игры Saika no Sotoka. Наверное, многие из вас не знали, что первичным сайтом игры является не GameJolt, а itch.io. Именно на данном онлайн-сервисе размещаются новые версии Saika no Sotoka. И именно там пару дней назад вышла версия 2.1, где мы можем поиграть в режим Яндере и Янгере. Также среди нововведений разработчик добавил новые фишки и новые детали к поведению Saika. Сегодня я хочу рассказать вам подробности всех этих обновлений с их разбором и анализом. Так что обязательно поддержите меня своими лайками и не забудьте подписаться на канал. Поехали! Итак, если вы еще не ознакомились с такой игрой, как Saika no Sotoka, рекомендую вам заглянуть в описание и в подсказки сверху справа. Там я оставлю ссылки на все свои разборы по данной игре. Уверяю вас, это стоит своего внимания. Сегодня же я полноценно расскажу о двух новых режимах игры, а также обсужу вместе с вами все новые фишки и не только. Обязательно поставьте на это видео лайк, ну а я же начну. Первое, о чем стоит рассказать, так это о новом режиме Яндере, который представляет собой небольшую предысторию. По своей сути, это является приквелом основного режима, где мы, играя за друга главного героя, приходим в наше учебное заведение, чтобы его найти. Однако вместо славного товарища мы встречаем уже знакомую нам Saika, которая сходу уже предлагает свою помощь и отправляется с другом главного героя искать его, то есть сенпая, по шкафчикам в классе. Тут же у нас открывается две возможные вариации событий. Либо мы стараемся своровать ключ, который висит у Saika на поясе, либо мы ходим вместе с ней, исследуя классы. При первой вариации она толкнет вас и побежит на кухню, а на пол упадет ключ от щитовой. Тут же игра обретет уже знакомые нам механики, однако в этот раз, ко всему прочему, добавляются ловушки в виде ядовитого газа и возможность закрывать двери. Saika после ухода на кухню наденет на себя противогаз и возьмет столовый нож, отправившись на охоту за нами. В данном режиме есть характерные особенности. Первое, во всех кабинетах присутствуют номера от кода, которые являются неверными. Не могу до конца понять смысла данной хитрости, однако если игрок будет впервые проходить такой режим, то это явно собьет его с толку. Но на деле все осталось как раньше. Истинный код находится только в запертых классах. Ну и второе, ловушки будут размещены повсюду, однако единственным лекарством является пузырек на кухне, который будет единичен. То есть, если вы повторно попадете под действие газа, то вас ждет неминуемая смерть. Что же нужно делать? Выключать электричество. Здесь эта деталь играет совершенно другое значение, но при том становится более необходимым. И да, самый первый ключ, который вам понадобится, будет находиться в раковине на кухне. Остальное же не будет сильно отличаться от основного режима. Вы находите ключи, запоминаете цифры от кода, идете в кабинет директора, открываете сейф, забираете ключ и сбегаете. При второй вариации, то есть исследовании классов вместе с Saika, вы будете ходить с ней по школе, пока не услышите приглушенный стук. Тут же Saika буквально начнет плясать, говоря о том, что этот звук донесся из кабинета директора. Она вручит другу главного героя ключ, после чего будет стоять на месте, ожидая наших действий. Если мы решимся пойти и открыть дверь, то нас отравит газом. Saika, заметив это, направит нас в медпункт, где и закроет. После этого мы отрубаемся и просыпаемся уже ночью на койке, будучи привязанными. Вот это я понимаю. Неразрушимая привязанность. Спустя время мы можем заметить, как Saika в своем истинном образе заходит в лазарет. Она аккуратно приближается к нам, после чего напрыгивает и отрезает голову. Как многие из вас догадались, именно это происходит в начале основного режима, когда мы играем за сенпая, и именно этот персонаж встречается нам в виде спрятанного в шкафчике трупа. Однако не только эта деталь связывает предысторию и основной сюжет. При внимательном прохождении игры можно понять, что в самом начале Saika прячет сенпая в шкафчик и запирает кабинет директора. Вы же теперь понимаете, от чего был то
тот самый шум, после которого нам выдали ключ, это было не что иное, как падение шкафчика с НПМ, которого мы можем заметить, зайдя в кабинет директора. То есть все складывается именно следующим образом. Сайка с самого начала смогла поймать сэнпая и планировал провернуть все по-тихому, однако неожиданной деталью стал друг главного героя. Стараясь его отвлечь, Сайка готовится к крайним мерам, устанавливая ловушки и запирая всевозможные кабинеты. Однако, как бы мы ни рассматривали все это, каноничной связующей режима является плохая концовка, которая тесно связывается с оригинальной линией повествования. Теперь же хочется больше обсудить сам геймплей режима. На самом деле, все сделано довольно хитро. Ты не сможешь открыть дверь в кабинет директора, если включено электричество, либо отсутствует ключ. Если ты постараешься после получения ключа пойти в щитовую, то поймешь, что для входа туда нужен другой ключ, который также находится у Сайка. Но если ты постараешься забрать ключ, а после толкнуть Яндерку, то то же самое она сделает в ответ, заменив твой ключ. И даже при такой вариации стоит не забывать, что если ты изначально толкнешь Сайка и начнешь стандартное прохождение, то на ее поясе все еще останется ключ от кабинета. Чтобы его получить, нужно действительно вспотеть. Для полного понимания объясню одну из ситуаций. При своем прохождении я спрятался в щитовой и ждал прихода Сайка. Когда она подошла к противоположному шкафу, стараясь меня найти, я аккуратно подошел сзади и постарался забрать ключ. Однако даже при таком раскладе, она просто свернула мне шею. Может быть, это и должен быть гораздо более легкий режим, однако на деле все усложняется конкретно механиками. Это может как и бесить, так одновременно и интриговать. По своей сути, каждый режим имеет особенность, которая дает характерные сложности и индивидуальные условия. Также среди всех основных плюсов, добавленных к каждому из режимов, могу сказать о небольшой проработке звуковой части в плане местоположения Сайка, а также улучшения в ее собственном поведении. Теперь она кажется более сообразительной, ибо раньше она просто следовала именно по твоему маршруту, на котором был замечен звук, а теперь же она с легкостью сможет перестроиться, особенно когда твоей целью является побег от погони, либо же попытка нарастить дистанцию между вами. Ну а какие изменения были замечены вами? Обязательно жду вашего мнения об этом в комментариях. О режиме Янгере я рассказывал в двух последних роликах по Сайка, ссылки на которые также будут в описании и в подсказке сверху справа. Чего-то нового о геймплее я рассказать не смогу, ибо все это упоминалось ранее, однако собственное ощущение действительно стоило бы обсудить. Правильно говорят, что многие вещи кажутся совершенно другими, когда ты испытываешь их на собственной шкуре. Если ранее я никак особо не мог прокомментировать атмосферу самого режима Янгере, то сейчас могу сказать, что это огромнейший, нескончаемый пиздец. В данном режиме погони отличаются тем, что фиг ты сможешь убежать от Сайка. Здесь ее искусственный интеллект не позволит твоей жопе хоть на минуту расслабиться. Ее действия настолько быстры и непредсказуемы, что ты будешь постоянно вскрикивать, видя, как она приближается к тебе. И все приправлено густой темнотой с постоянно пропадающим радиусом террора. То есть, если ты перестал слышать музыку, то это вовсе не значит, что она больше не бежит за тобой. Вот здесь придется реально попотеть. И ведь фиг ты сможешь спокойно это проходить, потому что конкретно в данном режиме многие действия Сайка будут играть против тебя. Когда вам кажется, что все более-менее нормально, вас просто поджимают к стенке, отшучиваясь про «чувствуешь пальчик, а ручки-то вот они». В общем, советую всем к ознакомлению. Хочется, чтобы каждый из вас мог индивидуально опробовать эти оба режима, аргументированно рассказав свое собственное мнение в комментариях. Новые версии Сайка на Сутока нам действительно смогли преподнести не только новые режимы и механики, а также новые образы самой Сайка. Не могу сказать, что она смогла завоевать мое сердечко своим милым убийственным характером, однако есть одно но. Она все еще далека от девчонок из Genshin Impact.